Здесь вот явно жили сталкеры, но и до них, смотрите, склад всего просто. О, Лена, что-то нашел. Да, здесь, очевидно, жили сталкеры. Вот кровать одна, здесь тоже спальное место. Вот еще одна, такая как бы полуторная кровать, пружинная. Чистенько, да никаких тебе изысков, рисунков там и так далее, как иногда бывает в сталкерских квартирах находишь. Но вот очень радует вот этот элемент мебели. Тумбочка это. Не знаю, как более правильно ее назвать. Ну, наверное, тумбочка. Так, братцы. Это здание просто невозможно было. Невозможно было не зайти в это здание. Хотя оно, конечно, это все очень удручающая история. Я не знаю, откуда пришла инфа, что здесь на ПМК все типа в хорошем сохране. Посмотрите, какой хороший сохран здесь. Здесь просто, блин, трэш сплошной какой-то. Просто трэш. Выломанные полы. Да, причем очень странная планировка. Вот мы нашли одну дверь, вот все. Мы обошли здание кругом, ночью лазили тут. Там можешь не идти, и дальше везде тупик. То есть, ни хрена тут, пустые комнаты и тупик, шаришь, и закрытые двери. То есть, надо идти искать еще. А ну... Да, пол, конечно, здесь. Да, все это мрачная история. Yes, much bigger. Strange house. Наконец-то мы забрались в этот дом, нашли, по крайней мере, комнату одну, которая представляет собой интерес. Надеюсь, не последнюю. Здесь вот такие информационные стенды, масса макулатуры на полу, план замены руководящего и инженерно-технического состава, ведомости, календари. Вот смотрите, 9 марта. О, смотрите, какой плакат в идеальном состоянии. Время не ждет. Да. Ральф. Ральф, are you happy? Причем, смотрите, он его откопал просто в таком хламе сгнившем, вообще порванном. Это просто фантастика, как он сохранился в таком идеальном состоянии, этот плакат. У нашего немецкого друга просто нюх. Посмотрите, он нашел целую стопку плакатов. Да, они новые вообще. Просто как они пролежали 35 лет. Вы посмотрите, они как будто... Из типографии только что. А Лена, вот смотрите, нашла грамоту почетную. Награждается ветеран труда, начальник отдела снабжения, товарищ Мельников, ФА. ФА
Филипп, наверное, Андреевич, какой-нибудь за долголетнюю работу во знаменование Дня Мелиоратора. Желаем доброго здоровья, успеха в работе, счастья в личной жизни. Смотрите, братцы, нашел газету. Это Таврия. В 87 году впервые их запустили на конвейер. Вот здесь это написано. Видите? 87 года намечено поставить их на конвейер. Вот. Автозаз. Производственное объединение Автозаз. Модель. Это новая модель автомобиля Запорожец. Вот. Сейчас мы все ее знаем как Таврия. Еще одна комната. Смотрите, братцы. Все вроде окей-окей, а теперь бабах. Просто рухнувшая стена и гигантская дыра в потолке. Здесь огромное обрушение. Она обрушилась, как бы, точнее, он обрушился, этот потолок, образовав дыру, и накрыл собою, как бы, вот эту вот стену деревянную, и она тоже рухнула. Ужас. А это был актовый зал. Коммуны. Смотрите, наша цель – коммунизм. Тут было тире между ними. Наша цель – коммунизм. Актовый зал, сцена. Здесь, очевидно, выступали партийные работники, коллективы. Все это было очень залихватски. Воодушевляюще. Конечно же, это было все больше. Ну, здесь на самом деле, братцы, если как бы, ну, тот, кто помнит, пропаганда была неотъемлемой частью, то, что мы сейчас называем пропаганда, была неотъемлемой частью жизни советского человека. Даже вот эта надпись «Наша цель – коммунизм» – это само по себе и есть пропаганда. Вот, жалко, что не сохранился рисунок вот здесь вот. Я лично рассматриваю все это уже просто как часть истории. Вот. Да, здесь показывали фильмы, это было вот отверстие, крутили различные фильмы. Смотрите. I don't think so. Не думаю, что это пропаганда. Я думаю, это кино. Я думаю, это кино, реально. Лента с фильмом. Still can watch. Обалдеть. Вон сколько их. Вон сколько этих лент. Кинолент. А это, кстати, как я понимаю, монтажный стол, на котором резали. Вот здесь вот устанавливались катушки. Здесь можно было как бы, ну, резать, склеить. Вот. Если это было необходимо. То есть он стоял здесь, вот этот монтажный стол. Тут видно мальчика. Мальчика? Да. А ну, дай я гляну. Братцы, ну-ка. Мальчика, я хочу понять, из какого фильма. Ау. Это все мальчик. Мальчик, да, it's a little boy. Yeah? Yeah. Okay, we try it. Может, братцы, попробую показать вам, может, будет видно на просвет. Вот так вот. О, вот, видно. Я не знаю, не могу понять, с какого фильма. Может, напишите в комментариях, пожалуйста, из какого фильма, может, кто-нибудь знает. Смотрите, какую мы нашли машину. Перевернутую. Это похоже на пирожок. Москвич-пирожок. Вот. На первый взгляд. Но когда подходишь ближе, оказывается, что как будто бы и не пирожок. В общем, странная история. Но, по-моему, все-таки это москвич-пирожок. Вот. Перевернутый здесь. Да, в таких развозили хлеб. Обычно. И другие продукты.